Добрейшего всем утречка. Смотрите, как с утреца 8:40. Жизнь кипит. Кто-то уже занимается, кто там баскетбол, бег, ходьба, велоспорт. Все есть. Чем только можно позаниматься, всем чем угодно. И я сейчас позанимаюсь. Потом заплыв, пока все спят, с утреца хорошо. Никто не трогает по работе, никаких дел. Свобода. Блин, какая красота с утра вообще на море. Приезжаешь, все ничего. Видите, такая дымка, тучки. Осень, как-никак, положено уже, чтобы тучки были. И хорошо, жары вообще нету, кайф, там свежо. Занимаешься на пляже, никого. Смотрите, пару собак. Ну, сейчас набегу, тут я тогда в прошлый раз с той стороны в 10 подходил. Народ уже был. Сегодня, смотрите, вообще погодка шепчет. Видите, там нашептывает нам пару тучек. Должен сегодня дождик быть по прогнозу, но вечером. Потом опять вообще безоблачная погода по прогнозу. Бары все стоят еще, видите, ничего не убирают, штормов нету. Но здесь, с правой стороны, чуть-чуть погуще уже здесь народ наполняется. Здесь побольше будет народу. Здесь душ есть, там полнее с той стороны. Добро всем. Блин, такая офигенная атмосфера. Спортивная, знаете, все бегают. Что-то делают, народ подходит, занимается. Одни приходят, вторые. Блин, все улыбаются, что-то такое позитив здесь с утреца, вообще класс. Одно удовольствие. Конечно, смотришь на море, заряжаешься, потому что когда в зале, какое-то давление идет, да, замкнутое пространство. Все что-то делают, напрягается, здесь так все на релаксе. Не, я, конечно, тоже напрягаюсь, иначе эффекта не будет. Но классно, с таким видом занятие, это просто бомба. Все, спортивное утро. Добрейшего вечерочка, Якшамнар из Турции. Смотрите, на Танталии. Сколько народу в аэропорту, обалдеть. Как будто лето жаркое. Просто обалдеть, смотрите, сколько народу. И мы сегодня то, что приехали встречать наших родителей. И старшую дочку, вообще вся семья в сборе будет. Весь состав, сколько встречающих, обалдеть. Я такого количества людей реально не видел, наверное, даже летом. Очень много, смотрите. Как наша любимая надпись. Welcome to Antalya. Добро пожаловать. Хош Галденис. Как мы рады встречаем всех наших. Дедушка первый раз за границу приехал в Турцию. Вот она, наша семейка. Привет. Она наша Big Family. Еще Никита дома. Сидит, ждет, он не поместился в машину. Куш нам готовит. Приехали, пока что идем к нам покушать, а потом пойдем веселять родителей в соседний комплекс. Мы рассматриваем горы. Папа восхищается вообще горами. Это очевидно все. Другой мир как будто. Так, ну что, мы заселились, такой вот прекрасный комплекс рядом с нами, зеленый, с бассейном, с большим. И, кстати, квартир есть на аренду, парочку, одна занята, вторую вот мы сейчас заняли, наша квартира. Наших друзей, кто купил, теперь в аренду сдают. Есть огромный бассейн. Может, вам покажу обзор тоже квартиры, кому надо скину. Все родители освободят. Вот квартира моих друзей тоже можно сдать, если кому надо. Комплекс классный, возле гор. Там вот 2,7 километра. Вот, ну, если кому надо вообще квартиру на покупку, на продажу, обращайтесь. Турция, Дубай, Россия. Вот сейчас еще Азия будет. Тоже полечу, все буду показывать, все рассказывать. Так, а здесь тоже бассейн огромный, вот он. Обязательно зайдите, посмотрите. Сейчас выкладывал предложение в Таиланде. Квартира от 37 тысяч евро всего лишь и 500 метров до моря. Очень классный район, русскоязычный, руссконаселенный. Вы заходите, смотрите. И в Дубае тоже выкладываю туда варианты. В общем, обязательно подпишитесь. Пусть у вас будет, мало ли, когда-то пригодится или кому-то из родственников или знакомых. Красиво. С красотой здесь. Ну, конечно же, первым делом мы приехали на пляж. С утреца пораньше. Наш пляж Хурмар. Народ не мог, как же подрассосалось. Соскучилась, мам, по морю. Корабль какой-то. Я вообще ни разу не был. Ты ни разу, пап, не был? Вообще не был. Ну, только на Балтийском, да, где-то? На Балтийском, да. По утру. А где ты был? В Калининграде. В Калининграде, а... Ну да, здесь другое. Да, сделал лестницу.
все сделали. Красота, да? О, будет прям жара такая. Да, тепло. У нас сейчас что, 20 октября. Еще погода шикарная, теплая. Серый Москвы. Вон душ есть, переодевалка. Ну как вам? Теплая вода? Очень, да. Была, было холодно, зима. Сейчас померяем. Можно вылезать. Да, водичка теплая. Градусов 26, наверное, сейчас половина. Мой внутренний термометр мне подсказывает. Чистая, прозрачная. А ты была сколько? 18 вода была или 20? 18. Да, 26. Народу, видишь, не так много становится. Сейчас побольше, конечно, попозже будет. Притянется народ еще. Да, ну чё, пап, давай вообще. Ныряй. Снимать, да? Разбегай. Пока не взял. Балтийское море, оно же холодное, да? Вообще холодное. Сейчас здесь померимся, скажу сколько. Заходите, чё вы стесняетесь? Море не кусается. Заходите, с разбегом. 26,4 вода. Теплая. Еще до конца октября точно такая будет. Потом потихонечку будет опускаться. Всем заряд морских пенных эмоций утренних. Турецкий коранник солнечный. Давай, мам. Первый пошел. О, я тоже пошел. О, я люблю резко заходить. Я как бы не плавно. Я помню, меня сносило. Ну конечно, блин, зима. Какой это месяц был у нас? Февраль. Февраль. Март. Да, это считай зима. Давай, пап, ныряй. А то сейчас он кукурузу будет предлагать. Ну как? Соленая? Соленая. Обалдеть, просто. Во. Класс. Чувство вообще. Как ты так всю жизнь жил на море? Нет? Ну, так и получилось у меня, да. Что-то я сам. Да. Теперь можно почаще приезжать. А теперь уже все. Как надо. Ой, красота вообще. Обалденно. Распадешь сюда все. Да, да. На здоровье очень полезно. Все море, вода. Рыбы. Он в очках, да, окунайся. И вода мать держит вообще. Конечно, держит нас соленый. О, можно лежать. Я вообще вот по часу я залезаю и пошел налево. По километру, час, полтора плаваю. Да. Прозрачно, смотри, дно прям видно. Очки одевай и ныряй. О, заряд вам всех морских эмоций. Приезжайте в отель, на аренду, на покупку квартиры, как хотите, кому как удобно. А там детская комната. Под видео вся ссылка, вся информация есть, поэтому заходите, смотрите. Здесь вас встретим, все покажем, разместим, заселим. Ой, класс. Конечно, отдыхайте. До ноября можно, мне кажется, спокойно ездить. В ноябре уже будет так посвежее чуть-чуть. Все равно даже в конце ноября очень много купаются, вода где-то 24, наверное, будет. Но возможно, тоже купаться. Сейчас так уплывем до Египта. Незаметно. Плывешь, плывешь. Очки не запотевали? Вы когда снимаете, вот так наверх переворачиваете, они отпотевают. Вообще лучше в соленой воде не мочить. А потом просто раз одеваешь и поплыл. Водой поплавал, опять я вот так выверну. Все, они вот все время такие чистенькие. Че, красиво там? Ну да. Рыбы видно? Пока рыб мало есть, да. Ну, бывают места, где очень много рыб. Вообще, неописуемое чувство. Понравится выше. Уже понравился. По часу заплыл. Уже понравился. Я плавать я вообще люблю. Никаких водорослей, ничего, как у нас там на озерках. Летом, да, жарковато бывает, а вот сейчас самый идеальный сезон. Октябрь прям идеальный. Не надо вообще ни кондиционер включать дома, ни на охлаждение, ни на отопление. Вообще просто. Это межсезонье самое лучшее. Межсезон, да. Ну да, еще многие любят май, но май, получается, море холодное. Там 23, вода, 24. А здесь она, видишь, прогрета, еще не остыла. Да, то есть октябрь лучше, чем май. И цены, кстати, на отеле падают. Получше, что еще в ноябре, может, даже. Не, в ноябре тоже тепло будет. 25 вода будет. 24, 25, там, как по погоде. Но это тепло все равно. В общем, поняли, да, октябрь самый идеальный месяц. Октябрь, по цене, да. И по температуре, и по климату, и по всему. Я на отеле, я говорю, что цена падает, то что все типа думают, наверное, холодно уже. Чуть все хотят летом приехать. Ну, уже октябре. Ну, в сентябре, все ли потеплее. Давайте я вас познакомлю с своими родителями. Это Виталий Михайлович, да. Мой папа. Ольга Иннокентьевна, но вы ее знаете. Просто много еще новых, кто не видел. Выпуски с дачи, с России, с зимней Турции. Вот так вот мы сейчас накупались, расположились под зонтом.
Можно в тенечке, можно на солнышке. Пикничок можно даже с тобой какой-нибудь организовать, что-нибудь взять и потрапезничать. Что, красиво? Очень приятно. Очень. Я вот каждый день хожу и каждый день любуюсь, улыбаюсь и радуюсь. Как в первый раз. Улыбка у меня с лица не слезает. Ну да. 15 лет первый раз как приехал на море, увидел, так и влюбился. Анапа, Суко. В Анапу, да. Суко. Потом Крым весь обкатал. И потом до Турции добрался. Все, мы накупались, нанырялись, назагорались. Вообще. Как первое впечатление от моря? В шоке просто. В шоке? Да. Восторг. Как будто на другом, да. Другой планете был. Да, конечно, классно очень. Разница. Обалденно. Ну, сейчас вот к часу дня мы уже решили это не перегреваться, да, уже уходить. Потому что с 12 вообще до 4 самое такое вредное солнце. Лучше в это время отдыхать где-нибудь. Дома в тенечке. Красота. Народу, видите, так поприбавило чуть-чуть. Хотя как подходили, да, чуть поменьше было. Я сейчас вижу, что же достраивают, скоро все откроется, будет красиво. Но цены тут высокие. Цены высокие, да. Алтантаж подешевле. Пока что. Можно их купить. Не сильно дорого. Сегодня приехали нашими инвесторами посмотреть, как проходит стройка. Я тоже в этот объект инвестировал. Здесь у меня квартирка одна есть, 1+1. На карандаше покупал, заходил. Она была 100 тысяч, а 130-150 отправить открывать, смотреть. Видите, под три блока все уже роют, очень-очень быстро копают. Уже совсем скоро будут заливать фундамент. В общем, будем следить, как будет строиться наш объект. Сколько я на нем заработаю. Может, для аренды оставлю, может, это продажа там. Посмотрим, как эффективнее будет ценообразование строится и как лучше больше заработать. Долбят грунт, потом вывозят его. Потом параллельно, видите, то есть здесь уже начинают сейчас будет арматуру класть и отливать. Палубку вставляют. Фундамент пипец глубокий. Метров, наверное, 8. Там у нас будет подземный паркинг, фитнес, хамам, сауны. В общем, если кто не смотрел, заходите там где-нибудь послушать по экрану, посмотрим, какой проект будет. Кстати, до сих пор еще можно инвестировать сюда. Кто любит покупать уже так. Видите, что уже что-то строится, да? Может тоже заходить. Там остались квартиры, но не так много. Так когда приезжаешь и понимаешь, что у тебя там через годик здесь что-то будет стоять, да, такая квартирка, там кто предложил, на самом деле прикольно, что ты для вас что-то свое там, да, ты инвестируешь. То есть ты реально хоть оставляешь под себя, хоть продаешь или инвестируешь там 2+1 этими деньгами. Дальше ты такая опция, для себя не оформляешь, налог не платишь, табу не получаешь, и переступка от застройщика идет другому покупателю с сохранением возможности получения гражданства под эту квартиру. Здесь полная стоимость, да, покупать. Приезжайте, пишите, если кто не знает, там ничего, я вас проконсультирую, посмотрите. Все, проектов очень много разных, на любой вкус есть, на любой вообще выбор. Эконом-класс, бизнес-класс, комфорт. Эконом прям такого нет, но все равно недорогие проекты тоже есть, если пишите, я вас ориентирую. Кто помнит, когда мы здесь были, да, когда здесь было поле, вообще вот этих домов тоже не было, еще вот еще предыдущий год назад, да, то есть тишина была. Сейчас смотрите, как все быстро обустраивается у себя здесь, дом, вот сейчас ребята еще достроят, все вырастет, видите, даже деревья какие-то сохранили, пальмы насадят, и будет очень-очень крутой район, и перспективу, это вообще топчик, вот там, опа, до моря здесь, доехал, сколько у нас тут, 5 километров получается, да, ну, дорога прямая, будет несколько там трасс, на автобус сел, шаттл-бас ходит, 3 километра, 5, вообще уже без разницы, то есть нет никаких извилин. Все, вот я еду, не знаю, 5-7 минут, все это на море. Так, и вот смотрите, если кто думает, здесь что, мертвый район? Нет, видите, ходит автобус, прям сел, поехал на пляж, многие дома вот уже стоят, его мы снимали сколько там, год назад, второй этаж был, кто помнит, да? Мы с вами были, вот все, езжу по всем объектам, все достраивается, на автобус прыгнул прям сейчас, и поехал на пляж. Так что уже инфраструктура, видите как, все, и фитнес-центр здесь уже открывается, и магазины, и все, все очень быстро все развивается. Так что Алтантаж — это не только золотой камень переводится, но и золотой райончик. Вот через 5 лет увидим, как это будет классно. Опаньки, дверь открывается. Сейчас я вам покажу квартиру. Здесь у нас шоу-рум. У застройщика 1+1 прихода нас встречают. Шкафы, гардеробная комната. Если кто хочет подробнее посмотреть, под видео будет ссылка. Прям заходите, там будет больше информации. Будет. Так, смотрите, здесь у нас гостиная. Да, квартира там у нас в районе от 140 тысяч начинает. Сейчас есть акция. 30% можно делать первоначальный взнос.
Да, в стоимость, видите, входит также шкафы. Осталось нам только кровать купить. Все, и можно заезжать. Там у нас выход на балкон, своя терраса. Это как шоурум, да, естественно, у вас какой этаж будет, вы возьмете, на таком этаже и будет. Здесь у нас гостиная. Отсюда также будет выход на балкон. Что-то, может быть, поменяется, цвета. Еще что-то здесь сейчас все так тестируется. И самое главное, смотрите, один блок, один проект уже... Смотрите, как выстроены, почти верхние этажи уже делают. Они давно с вами снимали, да, еще так было на фундаменте все. Сейчас будет строиться нового объекта вот здесь. Он уже полностью котлован готов, то есть сейчас будет скоро фундамент лить, все делать. Снизу цены я вам все напишу, все планировочки. Вот, кому интересно, приезжайте, мы вам все с вами это посмотрим. Так, давайте сейчас немножечко поподробнее посмотрим, да. Здесь у нас кухня будет, вот сейчас все доделается, сейчас подбираются материалы, тестируются по цветам. Как что лучше будет, у вас будет тройка, да, фирмы Bosch, духовой шкаф, плита и вытяжка. Вот, то есть уже все это будет входить в стоимость. И здесь пойдемте посмотрим шкафы вот эти, да, которые в коридоре, которые в спальне у вас будет шкафчик. И у нас здесь ванная комната. О, смотрите, уже свет есть. Здесь место будет под стиралочку, шкафы, все разложил, чтобы удобно было. Душевая кабина, раковина, сантехника, все это же тоже будет включено в стоимость. Все с этим делается. Видите, шкафчики вот здесь вот такие для наших ванных принадлежностей. Очень классная квартира, очень классный материал, качество отделки. Вот, это 1+1, да, попозже, возможно, будет шоурум на 2+1. Или уже, наверное, в готовом блоке, когда строится. Здесь до моря у нас сколько? 4-5 километров по прямой. Место очень классное, вот здесь вот панорама такая, вот если туда посмотреть, зона вилл. Видите, у нас в окружении уже все достроено. Так вот выглянуло, там прям виллы уже, люди живут. Там панорама, такой обрывчик очень красивый. Видовые квартиры. Ну, здесь сейчас ремонт, естественно, пока. Можно внимание не обращать. Так, здесь все очень-очень здорово. Видите, как сейчас все прям материалы подбираются. Чтобы по цвету лучше был дизайн, эти люстры, то есть, чтобы было более интересно. Также, когда приезжаем сюда, тоже смотрим, люди говорят свои пожелания. И застройщик может немножко корректировать, чтобы всем понравилось. Как вам? Пишите. Все прайсы, фотографии, там доп. Информация, либо здесь где-то под видео будет, либо в одном месте. Уже находиться, все смотрите. Тут есть три разных проекта. Вот один проект. Здесь у нас второй проект огромный. И третий будет еще такой же план строиться. Пора этого пока нету у нас. Макета, она скоро будет. Но здесь вся инфраструктура, вообще все, что хочешь. Открытые, закрытые бассейны, площадки, фитнес-корты, да, там мультикорты, открытые бассейны. В общем, можно даже не выходить будет отсюда и детей отпускать, чтобы они здесь гуляли. В общем, как город-город такой. Сегодня приехали мы в Актур-парк, это рядом с М5 Мигрос. Цена аттракциона от 30 до 40 лир, умножаем на 3,5. Получаем цену за аттракцион, но этот только подороже стоит, так как я вам плотно снимать не буду, потому что я вам уже показывал все это дело. В общем, приезжайте. Мне здесь больше всего нравится картинг, он там сейчас туда и пойдет. Так и для взрослых есть, и для деток помладше, и для деток постарше, и для взрослых постарше тоже есть. Но что-то очень мало народу, пятница, вечер. В прошлый раз мы были, вообще не протолкнуться было. Сегодня мы идем на пескотеку искать. Коль, пойдешь туда? Да. А где музыка? Ты же говорил, что это дискотека, Женя. Вам что-то там наливали, что ли? Где музыка-то? Дискотека должна. На дискотеке покатались, но сегодня за траура этого трехдневного музыки не было. Ну так прикольно. Сейчас вот на картинге покатаюсь. Машинки такие не сильно мощные, но и все равно интересно вести. Шлем для безопасности и аккуратности прежде всего. Ну, карты здесь совсем детские. Не, ну как детские, нормальные, едешь, прикольненько, но слабовато. Хочется помощнее. А Полька вон в космос собралась. Поль, полетела. Самое страшное, наверное, вот это аттракцион. В Питере такой же есть, но там, мне кажется, он больше был. Дива остров, кто там был? Я там с рогатки как-то прыгал, вот это вообще, ну, улетал, точнее, в космос. Поль, отходи, сейчас оторвется еще. Ой, прям рядом с пальмой. Поль, пошли дальше. Как нас смотришь, ну, офигеть, как они рядом пролетают. Как в интернете нас смотришь, и ты, как все отрывается. Страшно становится потом. Поэтому тем, как ты на аттракцион, посмотрите, каким-то ужастиком, вам будет очень страшно летать. Полька у нас вообще бесстрашная. Нас все аттракционы залазят, да? Где можно ей. Как вы там? На горы? По лючкам катаемся бесплатно, да, Поль? Поля покаталась. И дядя сказал, хотите еще раз покататься? Говорит, бесплатно вас качаю. Тогда мы катались. Я поеду с Полей кататься. Классный аттракцион, кстати. Нам потом мы летать будем, там, да. Капец, там
капец быстро будет. Полетим сейчас, поздно? Да, скоро полетим. О, очень классно. Вот здесь уже мы начали взлетать. Смотрите, как высоко. О, вы скажете, так катались? Яйго, да. Поле в одну сторону. Яйго, яйго, яйго. Откуда дядя решил над нами пошутить? Яйго летаю. Вот это уже что-то это... Уже страшновато. Акулы! А у вас Никита Петрушков был? Да. Нет, так же был. Я уж просто забыл. Год прошел, наверное. Акулы! Я могу акулы с кормлением свою камеру отдать. Так, в общем, я осмелился на ракету. Сейчас полечу в космос. Это реально страшная штука. Страшнее всего, что что-то оторвется. Вот чего я боюсь. Так, я адреналин люблю, но он очень полезный адреналин для здоровья. Для всех дел. Я один, что ли, буду отсюда слева снимать. Ой, как все двигается. На этом аттракционе ощущение, что ты ногами или чем-то зацепишься вот об это вот днище. Ля-ля пальма обычно. У меня еще камера в руке будет. Держаться буду одной рукой. Поэтому полетели. Главное, камеру на самом деле не разбить. Ой, как хорошо-то. Будь держать камеру. Офигеть, как высоко. Я еще и задом вашу машу. Ой, блин, видите, как вот стрёмно, что сейчас я башку заденешь. Вот так вот не страшно. Сейчас, когда начнет меня крутить, вращать, я, наверное, перестану болтать, просто ради. Ой, как хорошо. Ой, мамочка моя, как хорошо. О, как я люблю порать на аттракционах, выпустить весь свой негатив. И руки вот так раскрыть. Офигенно! Не стесняй своих эмоций, вот так вот расправить руки, ноги и лететь. У-у-у, не слышишь, там никто надо. Офигенно, мама моя родная. Полетели! Вот это кайф, блин, вот это адреналин. Самое главное расслабиться и просто кайфовать. То есть, если что-то случится, уже никто никому не поможет. Я так вижу, все смотрят. Ну, так это нравится, на самом деле. О, какие эмоции офигенные. Но надо больше экстримчику, мне маловато на самом деле. Вот где его остров с рогатки я прыгал, там очень круто. Санлан, боишься, что сейчас что-нибудь откроется, раскроется и играть куда-нибудь. Класс, скорость такая, видите, смотрите, вон посмотрим на наши. Ой, что-то трясется, вот когда трясется, вот уже становится это немножко. Не по себе. Экстрим просил, заказывали. Так, кипец, конь Алтыгин. Сейчас что-нибудь посмотрим здесь. О, классно вообще. Ну, на самом деле, не очень страшно, так что приезжайте на ракету, садитесь. Я думал, будет страшнее. В Дивостер, мне кажется, она побольше, эта ракета. И пострашнее. Либо я уже это ростом подрос. Вот, смотрите, там у нас набережная. Вся красота. Так, а походу дело, я здесь наверху останусь. И посижу с вами, поболтаю, потому что первых загружают, поднимают наверх, и они сидят, ждут. Теперь я буду ждать, пока те внизу выгрузятся. Но заодно посмотрим, вот там у нас кипец, там Кони-Алты район, там сзади Мурат-Паша, там же аэропорт. Ой, здесь наверху сидеть страшно. Хорошо, ты один, ты сейчас кто-нибудь рядом сидел, подумал, во фигню несет. Ну вы так, наверное, и подумали. Там сзади меня слышно, что вы-то все меня слышите. Ой, знаете, как красиво. И Дивос вам сейчас покажет. Ой, Дивос, там этот актор-парк. Все, ладно, поболтали, хватит. Не стесняйтесь своих эмоций, выплескивайте их наружу. Это очень, это такая, знаете, расслабляющая программа идет. Плюс адреналинчик тоже поможет вам раскрыться. И всем хорошего, доброго вечера, я посижу. Так, что-то я уже долго здесь сижу. И такой представил, блин, а если что-то сломалось, я буду здесь сидеть в одной футболке, замерзну. Ладно, шутка, сейчас там все выгрузят, ну правда, реально, что-то долго, должны уже были все выгрузиться, и нас уже вниз отправить. В общем, если что, это, ждем кран спасательный, если что, вытащит, никуда не денут. А, ну все, поехали. Не страшно вам было, кстати, напишите, передается ли это эмоции, нет? Если кто не смотрел, посмотрите, я, наверное, куда-нибудь в телегу загружу, потому что Инстаграм это все разом не выгрузится. Поэтому всем, кто в телегу, привет. Огромный, заходите туда. Сейчас еще разок на карте покатился, он мне дал мощный карт. Вот это драйв был, только он вообще не рулится, просто он уходит, как будто это маслом намазан дорога. Ну классно.